Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня будет вот такое достаточно интересное видео, потому что в последнее время я все чаще, вот, скорее всего, от каких-то случайных зрителей, подписчиков начал замечать вот в комментариях, достаточно вот такие лицемерные фразы, и в частности я там на 100% уверен, что вот эти все фразы пишут, как правило, люди из прошлого поколения, когда еще на рынке отношений, было совершенно по-другому, найти девушку мог, если не любой, то процентов 90 мужчин, не могли там найти девушку, либо же по своей воле, либо же там, какие-то там алкоголики, например, там, какие-то там внутри вот маргинальный слой общества. И вот в последнее время, под моими видео я начал замечать вот такие советы, достаточно лицемерные, что пишут типа, мол, ищи себе подобных, в чем проблема там найти девушку, вот такого же роста, как я. То есть для тех, кто не знает, у меня рост 1,50 м, вдобавок к этому, косолазие, заикание, все вот это в комплексе, навсегда меня лишило какой-либо возможности, найти девушку. То есть в свои почти 30 лет я до сих пор остаюсь, и там, я на 100% уверен, что до конца жизни буду оставаться девственником, потому что абсолютно никому не нравлюсь. И вот вот эти все советы в моей ситуации, они выглядят как минимум странно, я даже не могу представить, что в голове у вот этих людей, которые пишут, найди вот такую же, как ты сам, неужели вот эти люди, они действительно, думают, что я вот, при таких характеристиках, пытался, знакомиться там с высокими, там, не знаю, с внешностью, там, не знаю, как у мисс Вселенной, там, с ростом, не знаю, там, 1,80 м, например, вот такими, девушками, вот как вы вообще могли себе вот такое, представить? Естественно, вот у меня, были, попытки, познакомиться с девушками, и, соответственно, я абсолютно всегда, во всех случаях, писал, и исключительно, те, которые, были там, либо же моего, роста, либо же ниже, чем я, либо же вот такого, роста, либо же выше, чем я, там, буквально там на 2-3 сантиметра, потому что я, в принципе, за свою жизнь не встречал, девушек вот такого же, роста, как и я, за исключением, например, вот этих там, у которых там, 1,20 м, там, 1,30 м, тех, кто страдает карликовостью. Соответственно, вот таким я никогда не писал и, впрочем-то, и не собираюсь, потому что, вот это абсолютно ничего не имеет общего с советом, ищи себе подобных. Если у меня рост, например, 1,50 м, я бы был бы рад встречаться там, например, с такой, как я, например, 1,50 м, либо же плюс-минус 2 сантиметра, идти на радикальные меры, встречаясь, с такими людьми, которые, сами, понимаете, с особенностями, в том числе вот эти и их особенности, они отражаются, на внешности и соответственно, говоря простыми словами, они не в моем вкусе. И сейчас там многие, наверное, могут написать, не в твоем там случае, перебирать, а вот вы сами встречались ли с такими вот эти все там, кто дает вот эти советы, вы бы встречались, например, вот с девушкой, у которой там болезнь вот эта, карликовость, да, я сам, по сути, карлик, вот это, не
но разнозначная вещь, но потому что у меня чисто, ну, как бы на внешности не заметны вот эти, так сказать, отличительные черты, которые есть у людей с карликовостью. Соответственно, я не буду там скрывать, что у меня вот такие, как бы, не в моем вкусе. Вот. Ну, так что вот эти все там советы, что там, ну, пытаясь найти там, ну, какой-то с ростом 1,20 м, ну, то есть оставьте себе. Дальше вот насчет советов, ну, то есть якобы я вот это все выдумал, то есть я вот это все, ну, придумал, то есть, ну, нету ничего сложного в том, чтобы найти вот такую же, ну, девушку, ну, как я сам, ну, то есть я якобы там с косолазием, то есть с таким же, ну, ростом, то есть абсолютно легко найти. И вот, что я вам скажу, вот, исходя лично из своего такого жизненного опыта, вот, ну, когда я там где-то за свою жизнь видел девушку с косолазием, то есть я всегда, ну, пытался, то есть, ну, первым, ну, делом, ну, познакомиться с такой, и что вы, ну, думаете, то есть абсолютно все, ну, девушки, ну, то есть с косолазием, ну, то есть они меня даже, ну, послали еще в более жесткой форме, чем вот обычный, без, ну, каких-то внешних, ну, дефектов, то есть я даже, ну, как бы заметил, что у таких самооценка, там, чувство собственной важности еще, ну, больше, чем у обычных, вот. И, соответственно, вот эти советы, ну, то есть они не имеют ничего общего за действительностью. То есть я бы был бы рад встречаться, то есть с такой же, ну, как я, то есть там с ростом 1,50 м, там с косолазием, но, увы, но, то есть, вот такие никогда, ну, то есть не проявляли, ну, ко мне взаимную симпатию. И, собственно говоря, ну, вот, ну, поставьте себя на место вот такой, ну, девушки. То есть в наше время, то есть абсолютно у любой, ну, то есть, опять же, в наше время, то есть, не сравнивайте с тем временем вот эти все, ну, комментаторы, ну, которые там жили, не знаю, там, в каких-то, в тысячу, там, ну, каких-то годах, ну, когда найти, ну, девушку действительно мог любой, то есть, начинали встречаться, то есть, особо никто не смотрел на финансовое, ну, положение, там, потому что, ну, конкуренция на одну, ну, девушку, то есть, она просто-напросто отсутствовало, соответственно, в те времена, то есть, ну, было абсолютно нормальным, что, например, ну, девушка встречалась, ну, как бы с мужчиной, ну, то есть, с такими же финансовыми возможностями, скажем, либо же там с таким же, ну, ростом, но ни в коем случае даже в то время не встречались с теми, кто был ниже, чем они, потому что вот это уже, как бы, вопрос чисто биологии, вот вопрос там, ну, как бы, вот никогда ни одна, ну, девушка, то есть она не станет ходить с тем мужчиной, кто ей, вот, скажем, даже, ну, по шее, вот, ну, потому что вот это, ну, противоречит заложенным всем вот этим, ну, механизмам, то есть заложенным всем и инстинктом, можно сказать, и, соответственно, даже в те времена не встречались с такими. Сейчас же в наше время, вот как обстоит новое дело, на самом, ну, деле, то есть найти, ну, девушку, вот как там пишут в комментариях, найди там, ну, какую-то, ну, продавщицу там с такими же финансовыми возможностями. Ну, например, если бы вдруг у меня, ну, тоже, ну, была, ну, какая-то зарплата, если бы я, ну, работал, да, ну, первым делом вот такая бы меня, ну, то есть, ну, послала еще в более жесткой форме, ну, потому что зачем ей встречаться, то есть, ну, потому что у нее просто-напросто в наше время абсолютно у любой отсутствует вот такая проблема, как не и менее выборов, ну, потому что ей стоит, ну, только зарегистрироваться там в Тиндере, в Баду, то есть абсолютно любой, не то что, ну, какой-то, ну, кассирш в супермаркете, а абсолютно любой, там, даже, ну, безработный, ей в ту же секунду там напишет, ну, тысячи человек, соответственно, ну, когда я читаю вот такие советы, что якобы я это все выдумал, нужно, ну, просто искать себе, ну, подобных, то, соответственно, у меня это все вызывает смех, ну, то есть, либо же, ну, люди, ну, да, ну, пытаются нас настолько вот, ну, толсто, ну, троллит, либо же они действительно, как бы, верят в то, что они говорят, то есть верят в вот эти, в свои, ну, какие-то фантазии, что действительно, ну, то есть найти, ну, девушку, ну, может абсолютно любой, вот, и абсолютно закрывают глаза, то есть на
на конкуренцию. То есть якобы ее не существует. Ну, то есть в эпоху интернета, ну, конкуренция абсолютно на любую, ну, девушку, ну, то есть она до небес. То есть, ну, вы, ну, конкурируете там со всеми мужчинами в мире. Дальше, вот что касается совета, там, еще вот часто видел в комментариях, там, ну пытайся, ну, познакомиться там там, с 40, с 30, там, с 50-летним, ну, вот эти, ну, тоже, как бы, советы оставьте, ну, при себе, то есть, ну, во-первых, опять же, ну, как я уже сказал, то есть, вот эти все, там, женщины в возрасте, ну, то есть, они далеко не исключение, ну, то есть, даже на таких, ну, конкуренция заоблачная, там, в виде, там, молодых, там, высоких, ну, красивых, ну, парней, там, даже, ну, богатых, ну, то есть, ну, потому что нас столько, вот, в наше время, ну, тяжелая ситуация, что, ну, конкурировать готовы даже за таких. Ну, вторая, ну, как бы главная, ну, проблема, но то, что, ну, как бы я никогда не стану, ну, то есть, встречаться с ну, как бы, женщинами, ну, то есть, даже не то, что старше себя, я никогда бы не стал встречаться, но, скажем, там, с девушкой, не знаю, старше, но 20 лет, там, ну, в самых, там, но каких-то, возможно, в порядке исключений я бы встречался там с девушкой своего возраста. Там, ну, если у нее, ну, будет, ну, то есть настолько, ну, красивая внешность, что, ну, то есть она, ну, как бы, ну, будет выглядеть гораздо моложе, там, например, на 20, либо же на 18. В остальных же случаях, ну, то есть я не из тех людей, ну, которые там нравятся вот эти там женщины в возрасте, ну, то есть я лучше, ну, как бы, ну, буду сам в одиночестве, в гордом одиночестве, потому что вот это абсолютно не мое, ну, то есть я не вижу в этом ничего вот такого. Сейчас там наверняка, ну, польются, ну, комментарии, да, но куда еще там в твоем случае выбирать, ну, вот, но таковы, но, как бы, мои внутренние заложенные там вкусы, то есть стандартные, ну, то есть я, ну, как бы я, но предпочитаю, ну, то есть я, ну, как бы, хочу встречаться, то есть с молодой, ну, вот, ну, 18, там, ну, 19 лет, ну, максимум, ну, 20, ну, то есть, ну, какие-то там старше вот этого возраста, ну, то есть они мне, во-первых, ну, по менталитету не подойдут, ну, потому что я вот такой и инфантильный человек, и, ну, как бы, обсуждать там, ну, какие-то серьезные вопросы, серьезные, ну, темы, ну, то есть мне это просто-напросто не интересно, то есть, ну, какие там интересы у вот этих 40-летних, то есть завести семью, там, завести детей, ну, то есть меня вот это все не интересует, ну, то есть я детей вообще никогда не хотел и не планирую заводить, ну, то есть мне интересны вот такие молодые, у которых, вот, как говорится, там, ну, каша в голове еще, ну, потому что, ну, только с такой я, ну, буду чувствовать себя. Ну, во-первых, она мне внешне, ну, только вот такие мне нравятся. Во-вторых, ну, то есть по мировоззрению, по и интересам, то есть мне нравятся вот, ну, только вот такие. Ну, то есть, например, чтобы там стримить с ней, например, чтобы там, не знаю, и играть там в игры вот на компьютере. Ну, чем можно заниматься там, не знаю, с 30, либо же 40-летними, ну, то есть вот это абсолютно не мое, ну, то есть я как вот этот, знаете, забыл, как его зовут, вот этот солист там группы, ну, 30 секунд до Марса, вот, жарит, ну, лето, то есть я люблю молодых, вот они мне нравятся, ну, то есть они мне дают возможность, ну, как бы, ну, питаться и их вот энергией, а вот если вы там встречаетесь, не знаю, 40-летней, то она уже, ну, будет, ну, питаться вашей энергией, то есть я, ну, как бы, сторонник вот таких вот отношений, чтобы, ну, как бы, я, ну, получал, а не я отдавал. Я не вижу в этом ничего, ну, такое, ну, плохое. Но, опять же, сейчас там многие напишут, не в том случае выбирать там, ну, куда тебе там молодую. Ну, я же не прошу, как бы, молодую там, скажем, чтобы она, ну, была там внешность, ну, 10 из 10, ну, по 10-бальной шкале. Вот я, ну, то есть я бы был согласен абсолютно на любую. Вот. Главное, ну, то есть, чтобы она была, ну, красивая, главное, чтобы у нас совпадали с ними, с ней и интересы. Вот дальше еще там есть совет,
буквально сегодня увидел в комментариях, то есть там начни встречаться с колясочницами, то есть, ну, так сказать, с девушками с ограниченными возможностями, то есть, ну, о которых там, ну, ты, ну, будешь заботиться, ну, то есть, ну, тебе это, ну, будет приносить, ну, пользу. Вот скажу честно, то есть я абсолютно не из тех людей, ну, которые, ну, как бы способен на вот такие, ну, подвиги. А как-никак, то есть жить с такими, ну, то есть, ну, девушками, то есть вот это, ну, подвиг, ну, потому что, ну, каждый день, то есть нужно там, ну, прилагать усилия, то есть, не знаю, там, выносить за ней утки, ну, то есть я нормально отношусь к таким людям, но только в, ну, то есть, ну, только не в тех случаях, ну, то есть, ну, когда мне нужно, ну, как бы с ними жить, вот. Соответственно, вот такие, ну, точно не для меня, ну, потому что, ну, как человек, то есть я не с таким вот, ну, тип характера, ну, который способен, ну, как бы идти на подвиги, вот там, с достаточно сомнительным, ну, результатом, то есть, ну, тратить свою жизнь, чтобы там ухаживать за кем-то, потому что вот это абсолютно не мое, там, ну, даже если там, ну, будут вот у вот эти, ну, девушки, то есть, там, с хорошей внешностью, ну, то есть, вот эта внешность, ну, то есть, она не способна, ну, как бы, ну, компенсировать мне все вот эти затраты, ну, которые мне нужно, ну, будет в таких отношениях затрачивать, вот, физически, там, не знаю, ну, в том числе финансовые, то есть, там, на лечение, что-то, ну, подобное. То есть, я, ну, по жизни, как бы, я не хочу и не люблю напрягаться лишний раз, ну, то есть, зачем мне, ну, так сказать, ну, лишний, ну, камень на плечи, вот. Ну, то есть, я говорю вот это, ну, как бы, ну, прямо вот, ну, то есть, лично я бы с такими никогда не стал встречаться, но чисто, ну, ради интереса, то есть, ну, проверить свои возможности. Несколько раз я, ну, писал, вот, то есть, ну, пытался познакомиться с такими вот, ну, соответствующих группах, и чтобы, ну, ну, думаете, то есть, даже, ну, такие, то есть, меня, ну, посылали, то есть, даже за таких, ну, конкуренций в наше время, соответственно, ну, какой можно сделать вывод из этого всего, что абсолютно на любую девушку, то есть, независимо от ее особенностей, то есть, ну, будет, ну, конкуренция из, ну, тысячи, и, соответственно, вот эти советы, там, в стиле ищи себе, ну, подобных, то есть, они абсолютно не актуальны в наше время, то есть, даже не касаясь, ну, меня, я думаю, то есть, любой мужчина, то есть, в наше время он заведомо, ну, когда он пытается с кем-то познакомиться, он никогда не станет знакомиться даже с равнозначной себе, он, ну, как бы целенаправленно, но пытается знакомиться там с девушкой, там, не знаю, на 2-3 балла там хуже, чем он, там, ну, по внешности, там, ну, по всем, вот, и в принципе, то есть, я думаю, абсолютно любой там готов встречаться с безработной, например, то есть никто не, даже не смотрит на финансовое положение вот в наше время, но тем не менее все вот эти попытки, то есть не только у меня, а и у других, то есть мужчин, то есть с нормальной внешностью и ростом, то есть даже у них они обречены на провал, то есть вот такая вот ситуация в данный момент на рыночке отношений, соответственно, вот эти все советы, вот эти все, ну, комментарии в стиле ищи себе, ну, подобных, там, ну, каждая, ну, тварь, ну, по паре, ну, то есть они не актуальны уже там 100, а то и 200 лет. В общем, ну, было такое видео. Если вам, ну, понравилось, ставьте палец вверх, ну, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.